Министр здравоохранения готова отдать свои органы после смерти, чтобы спасти жизни других людей. Ажар Гениат считает, что трупное донорство – вопрос скорее морально-этический, нежели медицинский. Сегодня главу Минздрава спросили, будет ли ее ведомство предлагать депутатам и общественности законопроект, который разрешит изымать органы умерших без согласия их родственников. Министр ответила, что сейчас ее коллеги собирают предложения и позже вынесут их на обсуждение. В то же время проводится масштабная информационная кампания. При этом противостояние трупному донорству, чаще всего подчеркивает главный врач страны, кроется не в медицинских проблемах, а скорее в морально-этических дилеммах. Сама Ажар Гениат готова пожертвовать свои органы после смерти, чтобы помочь людям, страдающим от тяжелых болезней. Согласна. И заявила желание. В декабре были большие трансплантации. Два донора было, и они спасли 9 человек.